конференц-зале Дворца спорта имени Гамида Гамидова прошло заключительное заседание Организационного комитета по проведению ежегодного межконтинентального кубка по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-20 столетия. В работе собрания приняли участие глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Кургули Кургулиев, заместитель министра спорта Республики Дагестан Зайнал Салаудинов, представители Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан, руководители муниципальных отделов и управления, а также спортивных школ. Все, что работники внутренних дел не имеют права находиться внутри стадиона, внутри зала, есть приказ Министерства МВД России, они только могут на улице быть по периметру. Нам нужно будет наших работников расставить внутри, когда есть охрана, ЧОПы, наши волонтеры или дружинники, и до начала соревнований здесь собраться, за час хотя бы, объяснить, чтобы они правильно вели по отношению к этим зрителям, которые себя неправильно ведут. На грубость не отвечали, а вежливо объясняли. Глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов поинтересовался проделанной работой и состоянием готовности представителей отдела спорта, культуры и других задействованных служб организации мероприятия. «Каждый должен постараться создать в городе атмосферу спортивного праздника», – подчеркнул Акмазов. «Просьба такая – максимально сконцентрироваться и максимально ответственно относиться к тем поручениям, которые здесь расписаны. Процедура награждения. Очень много времени проходит, пока вот приглашают туда, пока они расписываются. Вот это все нельзя наладить, обещать что-то провести». В ходе заседания были обсуждены вопросы размещения, транспортировки, питания, открытия мероприятия, организации церемонии награждения и другие рабочие моменты. Проведение межконтинентального кубка стало доброй традицией для нашего города, поэтому всем членам оргкомитета необходимо приложить все свои усилия для обеспечения организации турнира на традиционно высоком уровне. На сегодняшний день у нас вот присутствуют вот такие команды. Значит, Польша 11 человек, Белоруссия 4 человека, Азербайджан, это по информации Федерации вольной борьбы, 26 человек. Украина 2 человека тоже здесь находится. Потом Румыния. 3 человека, румын тоже здесь находится. Сборная команда Дагестана и России подъедут 12 числа в составе 64 человека. В основном где-то мы рассчитываем 160-180 человек участников у нас будет на турнире. Спортивный зал полностью готов к приему гостей. Все у нас готово, вот гостиничное хозяйство сказали, «Динамо» полностью и целиком готово, спортивный этот самый комплекс. Столовые, полным ходом у нас столовые готовы. Как ожидается, в соревнованиях примут участие до 200 вольников, которых обслужат 40 судей. Турнир пройдет во Дворце спорта имени Гамида Гамидова с 14 по 15 октября текущего года. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».